Визитная карточка Самары, площадь Куйбышева. Капитальный ремонт выполнен на 70%. Уже укладывают верхний слой асфальта. Активная работа ведется на всей площади и в скверах. Меняется ограждение, обустраивается газон. Ремонт идет по федеральной программе, которую утвердил президент России и поручил следить за исполнением во всех округах. Есть поручение полпреда президента в Приволжском федеральном округе, вот, который определил задачу, чтобы все средства, которые были выделены на проект «Комфортная городская среда», были выделены по назначению, исключительно по целевому назначению. Одно из главных условий федеральной программы по благоустройству – активная совместная работа с жителями. Они решают, что именно нужно сделать, и контролируют работы на всех этапах. Нам представили сметы, проекты, рассказали, какой объем работы здесь предстоит сделать. Вместе с представителями горзеленхоза обошли каждый скверик. В этом году в Самаре по программе «Комфортная городская среда» отремонтируют 196 дворов и несколько крупных общественных зон. В Струковском саду сейчас укладывают плитку, обустраивают лестничные спуски. Эти ступеньки уже прошли тест-драйв у общественников, которые внесли свои замечания, и работа продолжилась с учетом мнения жителей. Я полагаю, что вам тоже интересно, чтобы работы были выполнены с высоким качеством. Да. Вот, в срок, и потом посмотрим на результат. Конечно, мы будем с нетерпением ждать открытие опять Струковского парка заново, чтобы здесь пройти и могли здесь наши гулять. По дворе улиц Галактионовской и Самарской идет ремонт внутреннего проезда. К чемпионату приводят в порядок и фасад. И только в одном вопросе жители не могут прийти к согласию. Где разместить спортивную площадку, а где должны стоять мусорные контейнеры? В основном все жильцы вот нашего дома и рядом все возражают только вот этот дом за свою эту площадку. В этом весь спор. Я так думаю, что мы его решим. Я думаю, что компромисс будет найден. Для решения вопроса федеральный инспектор посоветовал жителям еще раз провести общее собрание с участием главы района, чтобы найти компромисс и успешно завершить ремонт двора по федеральной программе, которая в Самаре выполняется по всем условиям, подытожил Сергей Чебан. Согласование с общественностью есть. Соответственно, не только есть, но и общественность привлекается и участвует в проверке качества выполняемых работ. Вот за это я признателен. Я думаю, что в ближайшее время мы сформируем четкий план, и в соответствии с этим планом мы будем проводить работу. Мы стараемся выполнять все те задачи, которые на нас возлагает руководство страны, руководство региона, и сомнений в том, что мы с чем-то не справимся, у нас абсолютно нет. Должен сказать, что губернатор области Николай Чмеркушкин очень внимательно реагирует на ход ремонтов. Мы понимаем ответственность, которая у нас перед горожанами, перед руководством страны, поэтому никто никого, безусловно, не подведет. Контроль на всех объектах федеральной программы продолжится. Федеральный инспектор поручил проводить еженедельный мониторинг. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, «События».